Впервые в Омске провели профессиональный конкурс для особенных педагогов, логопедов, дефектологов, психологов, тех, кто работает с детьми с ограниченными возможностями, а также социальных педагогов. В конкурсе приняли участие 87 человек из области и регионального центра, и лишь 5 по одному представителю в каждой номинации прошли финальный этап. Очень трудно представлять свой опыт и очень трудно соревноваться и быть не победителем. Но мы-то с вами знаем о том, что даже тот, кто подал заявку на участие, что эти первые 87, они вообще в историю войдут, в историю этого конкурса. И я думаю, он будет продолжаться многие годы. Конкурс «Педагог школы для всех» проходил в 3 этапа, где специалисты могли показать свои творческие и профессиональные наработки. Сегодня в торжественной обстановке назвали имя победителя. Им стала социальный педагог Исилькульской коррекционной школы-интерната Светлана Наумова. Кроме диплома, победительница получила суперприз – ключи от автомобиля «Лада».